Всем привет! Сегодня на обзоре у меня велосумка с креплением на раму Bitwin 300 объемом 1,5 литра Riverside. Крепится на любые типы рам в любых конфигурациях благодаря трем липучкам, которые размещаются в зависимости от места крепления и формы рамы длинными липучками для любого диаметра рамы, а оставшийся конец можно отрезать. По тактильным ощущениям сумка также довольно плотная, как и подседельная в прошлом видео. Имеет два отделения. Основное объемом 1,5 литра, в котором можно перевозить насос, всевозможные личные вещи, батончики, спортивное питание, либо также инструмент, запасные камеры. И небольшое отделение в виде кармана, в котором можно перевозить наличные, мелочь, либо карточки. Также основное отделение имеет застежку в виде липучки для ключей. Буду использовать и тестировать в этом велосезоне. Всем добра и удачи! До встречи в следующих видео!